Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon с версии 3.0.2. Итак, ребята, я построил магазин, да, вот какой у нас получился. Мне кажется, действительно, такие очень прикольно, действительно затратно так пошло ресурсов на него, но, в принципе, кирпичей хватило, что мы добывали, даже там еще осталось пару стаков кирпичей. Как бы кирпичей, а не кирпичных блоков. Но, в принципе, такой вот магазинчик получился. Не знаю, сколько у нас тут продавцов будет. Или два. Ну, два 100% будет. Или три, или четыре, или пять. Ну, один будет продавать покеболы, да. Другой будет продавать, например, камни эволюции, так как у меня там лунстонов, тандерстонов и камень воды как бы дофига есть, да, а вот того же камня огня еще нету, или может одна штука есть, ну посмотрим. Тут у нас, например, будет поушены продавать, если понадобится, тут может даже фосил будет продавать, не знаю, посмотрим, ребята. Если будет продавать фосил, то один фосил будет по цене там 30 алмазов одна штука, так как чтобы потом тех фосилов, которых не хватает, как бы можно было даже купить. Например, у меня есть 35 алмазов, да, то есть я уже один фосил могу купить. А если захочу еще один фосил, то пойду вот с этой киркой понадобываю себе алмазов, да, и куплю фосил. А тут может, например, раркенди, ингредиенты для раркенди, чтобы самому их можно было как бы сделать. Сейчас, ребята, вот, у меня уже есть голем. Как бы у нас был гравеллер, да, и сейчас у нас уже есть голем. Я как бы удалил вот того гравеллера. Ну, как бы тот гравелит, который у нас был, да, которого нужно было прокачать с помощью трейд-машины, я как бы его выкинул, а заспавнил себе вот этого и словил его. Ну, как бы это одно и то же, да, чтобы не запариваться с трейд-машиной, я просто-напросто вот так сделал, да. Сейчас, ребята, да... О, у нас там сейчас, секундочку, покемон... Босс... Если он, конечно, не в земле, что так и есть, наверное. Да, ладно. Идем мы домой. Сейчас, ребята, давайте поскладываем вот это все в сундуки, в компьютер покемонов, которые у нас уже есть. И сейчас я, наверное, не знаю, кого я словлю. Так, сейчас давайте вот этого поставим и вот этого поставим. Вот тут у нас уже все прокачанные. Рекваза еще, ну как бы да, эти все прокачанные, поэтому, ребята, все, нам сейчас только остается вот словить какого-то нового покемона, а вот кого, я не представляю. Я хочу или Маткипа, или Сквиртла, или каких-то новых покемонов. Маткип, вот. Ну давайте пойдем в поле, посмотрим, может там кто-то и будет, и словим. Любого, можно сказать, покемона мы сейчас постараемся словить. Чтобы было кого бы хотя бы качать, да. Вот кого я хочу, я, наверное, словлю все-таки Гасли. Почему-то он мне так хочется Гасли. И вот этот еще прикольный покемон, Люксио. Это первая, да, эволюция его вроде. Ну, посмотрим потом. Может, найду меньше как бы уровень. А вот еще, ребята, напишите, пожалуйста, есть ли вот в этого покемона эволюция. Или только вот это. Напишите, кто знает. Если есть, то потом можно будет словить. Если нету, то не знаю, посмотрим. Это что там, шайни покемон? Я чуть не пропустил. Кто там? Кто там? Шайни Гулдин. Офигеть. Сейчас, секундочку, есть Shiny Goldin, это офигенно, но Fastball, Repeat Ball, Timer Ball, Nest Ball, Dive Ball, кого бы, кем бы можно словить? Давайте Great Ball, попробуем. Я чуть не пропустил ее, я такой посмотрел на карту, что-то там как-то светится, какой-то кружочек, подумал, это или Pokemon Boss, ну что-то побежал как-то дальше, не обратил внимания. Офигенно, словили Shiny Гулдина сразу с первой эволюции. Как бы сразу с первого камня. Уф, твою мать, все назвал, только сразу с первого покебола. Так,
Я что-то как-то пробежал, даже не заметил. Не, ну заметил, он как-то не обратил внимания. Обратил внимание, он как бы побежал дальше, да? Потом что-то... Да, там какой-то покемон был. Или это покемон-босс, или... Мне показалось, что это действительно какой-то фиолетовый, да, кружочек был там. Вот, еще один покемон-босс. Я что-то как-то так... Да ладно, ну сейчас посмотрим. Смотрю, да это действительно, это фиолетовый кружочек, шайни покемон. И как бы выглядит, что он на суше, как бы, наверху, да, а не под землей, как бы, как Geodude и Gravellar, да. Сразу понял, ух ты, если что, о, и сразу же эволюционирует наш Голден, да, Сикинга. Только давай немножко быстрее, а то у меня уже житуха кончается. Давай быстрее! Да давай быстрее! Твою мать. Я такой сразу пум, назад, в опа, шайни покемон, сикинг. Ох, какой красавец. Он у нас так красный, да, а вот так он оранжевый. Ну прикольно, ребята, у нас уже второй шайни покемон. Хорошо, что я действительно его заметил на карте, а не побежал дальше. Фу. И хорошо, что хватило покемонбола, чтобы его словить. Ну как бы он словился сразу с первого покемонбола, но... Всякое бывает. Я помню, на одного сквиртла потратил все покемоны, всех покеболы, которые у меня были, и я его и то не словил. А вот тут на Кулдина сразу, при том шайни. Так, кого бы на... О, еще один покемон-босс. Ну, плюс, как бы, еще одного покемона мы словили, да? А, он в земле. Вот кого еще можно словить, ребята. Мучлакс. Иди сюда. Давайте его словим словболом. Так как он эволюционирует от счастья, да? И поэтому нужно его, наверное, словболом, чтобы быстрее качало счастье. Но хрен мы его словили словболом, поэтому... Давайте фастбол попробуем. Я его даже бить не буду никаким скиллом, так как я его сразу же убью с первого удара. Хрен его знает. Давайте таймербол. Сейчас, короче, все покеболы... Прокакаем только на одного мучлакса. Да он даже туда залезать не хочет. Давайте репитбол и, короче, ловишься, не ловишься. Нет, ну как хочешь. Потом тебя словлю, а то сейчас все покеболы на тебя потрачу, уже почти что нету. Так. Кого бы словить нам, ребята? Может, или Кида, или Сайтера, чтобы уже превратить их, как бы, с помощью того камня, да? Ну, тех штучек, которые выпадают, которых у нас уже более-менее так достаточно есть. Или же, например, Дратини, ой, случайно, нету, или же Сквиртла, фиг его знает, будет ли он. Пускай будет Маткип. Давайте пойдем куда-то, фиг его знает. Куда Гасли? Вот кого я хотел словить. Гасли. Там вроде Гасли куча, я вижу. Поэтому давайте туда. Ну, Шайни Сикинг, это уже отлично. Ой. Плюс к тому у нас уже есть и Шайни Голем, да. И Сикинг, вот, если, конечно, сейчас словится этот газ. Фиг, я думаю, что он словится. Нужно все-таки уже начинать делать себе ультраболы и делать кучами. Или же сделать тот же магазин и просто добывать себе кучу алмазов. Что я, наверное, и сделаю. Ну, посмотрим.
Ладно, давайте тогда кого-то другого словим. Тут еще у нас покемон босс, если он, конечно, не в земле. Нет, отлично. Да, опять мунстон. Ладно, кого бы нам словить? Кого бы нам словить, ребята? Давайте пойдем вот сюда. Тут у нас, может, и будут какие-то покемоны, которых у нас нету. Только пока что я никого не вижу. Может, нет, Magikarp это такое. Нужно каких-то новых покемонов словить. Фиг его знает, кого можно нового словить. Вот, Снорлакс. Только словить его это капут. О, фиг его знает, кого можно словить, ребята. Мунчлакс, опять ты. Словишься, не словишься, ладно. Так, я не знаю, куда идти, ребята. Вот это Magikarp номер 2, да? Ладно. Может, в море куда-то пойти? Или в горы? Да, можно в горы. Там тоже куча всяких новых покемонов. Пойдем мы туда. Так, Черезар, давай. Тут опять Снорлаксы первой эволюции. О, везде. Еще и Снорлакс обычный. Так, ну пока что я никого не вижу. Каких-то новых покемонов. Поэтому фиг его знает, куда можно идти. Вот. Вот этот какой-то новый покемон. Посмотрим, словится он или нет. Если он словится... А если не словится, то я уже начинаю делать себе ультрабол, ребята, так как покеболов действительно не хватает. Да, не словился он. Еще Несбол, давайте попробуем. Так как, да, ультраболы нужны, нужны, конечно же, чтобы вот в таких случаях 100% ловить покемонов, так как просто-напросто не хватает покеболов. Или же мы сначала не будем делать ультраболы, так как их нужно посадить еще приконы, да? Короче, не ловится, не ловится, убиваем. Да, идем и сажать априконы, ребята. У меня вроде есть костная мука, поэтому... Посмотрим. Да, не словился он. Никак не хочет словиться, поэтому убиваем. Может, ты попадешь хотя бы по нему, нет? Ух ты ж... Ладно. Все, нет у нас уже покеболов, поэтому, ребята, идем мы домой. Больше нам тут нечего делать без покеболов. Да чё ты там? Сейчас, секундочку. Все, где наш дом? Где наш дом? Идем мы домой. Так, априконы, априконы, априконы. Где у меня априконы? Где-то на... Да, вот тут. Садим мы априконы. Так как действительно, их можно покупать и в магазине, когда мы сделаем, да, но я, наверное, сделаю такую цену, что один алмаз там 5 ультраболов или 3 ультрабола. Ну, и так, не будем мы всегда алмазы, да, использовать. Тратить, как бы, чтобы купить себе ультраболы. Да, иногда и самому нужно их делать, хотя бы по пару штучек иногда.
Офигенно. То есть назад я их забрать не могу, да? Выпадает дерево. Ладно, пускай растят там. Или нужно потом для них сделать какое-то место в другом как бы месте, да? Ну посмотрим. Так, ребята, давайте на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. В принципе, все. Еще раз всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.